Всем привет! Сегодня я вам покажу, как надо русифицировать камеру Sony RX100 Mark V. Я очень много искал в YouTube, но так и не нашел полное решение этой проблемы. Для начала нам надо перейти вот по этой ссылке, нажать на вот это, Open Memory Tweak. А вот здесь вот установите Open Memory Tweak. Нажимаем, она установится на ваш компьютер. Потом мы закрываем браузер. Подсоединяем нашу камеру с помощью USB кабеля к компьютеру. Заново открываем. Нажимаем на Open Memory Tweak. И заново скачиваем. Когда мы скачали этот файл, мы заходим в меню. Переходим на четвертую страницу и нажимаем на список приложений. Потом открываем Open Memory Tweak. Переходим на четвертую страницу. А вот тут будет галка, его мы убираем. И тут не будет галки, вот. Тут не должно быть галки, и мы включаем это. Потом заходим в меню опять. Переходим на последнюю страницу. И переходим на четвертую страницу. Вот тут там написано English. Мы листаем вниз. И вот русский язык. Всем спасибо, пока.